Кто выбрал дополнительную картину? Вы очень творческий человек, и вы любите окружать себя реально красотой. Ну, это и так логично, понятно. И вы эстет, тоже классно. Те, кто выбрал люстру, картину, то здесь идет посыл в том, что вы обесцениваете себя и обесцениваете все, что у вас есть. Дело в том, что в той квартире, которую вы могли бы обставить, уже есть люстры, они висят, покупать не нужно, но вы решили еще купить. Вот. Проигнорировав то, что у вас уже и так это есть, вы обесцениваете свои действия. Вы обесцениваете свою ценность, вы обесцениваете вот все те ресурсы, которые у вас уже в руках. Вот, и вам почему-то хочется, вы их не видите просто, вам хочется обладать этими ресурсами, они у вас есть, но вы их в упор не замечаете. Те, кто выбрал кровать или диван, то сейчас ваши жизненные цели построены на уюте, на комфорте, на создание семейных каких-то ценностей, на создание своего собственного комфорта. Тот, кто сейчас стремится вокруг себя сделать такое шикарное, комфортное, классное пространство. И здесь цель идет на то, чтобы в душе был уют, покой. И в это время, в данный момент, вы находитесь в каком-то некомфортном состоянии, потому что вы как бы стремитесь, да, к этому, а значит, соответственно, вам в данный момент чего-то не хватает. Вот, посмотрите, чего вам не хватает, до каких чувств, срочно себе их дайте. Для тех, кто выбрал шкаф, вы довольно-таки с устойчивой психикой, у вас все по полочкам, вы любите планировать, вы действуете очень собрано, концентрируясь внимательно на мелочах, и вы цените, чем вы обладаете, вы замечаете те ресурсы, которые у вас есть, и, естественно, их надо куда-то складывать, поэтому выбрали шкаф. Вы молодцы. Кто выбрал увлажнитель воздуха? Я бы хотела сказать такое, что у вас есть страхи, которые не дают вам покоя. И сейчас самое время, не знаю, взять листочек, выписать свои страхи и порешать уже с ними что-то. Очень много боитесь в жизни делать. Куда-то идти, страх завтрашнего дня, страх, что не получится, что что-то невозможно. Вот вам надо обратить внимание на свои желания, на цели, идти, не бояться ничего. Давайте еще рассмотрим примеры с мебелью. Для тех, кто выбрал стол, для тех сейчас в приоритете работа, карьера, бизнес, финансы, деньги. Для тех, у кого сейчас устойчивое такое вот прям, как сказать, устойчивая такая мотивация добиться своих целей, устремленный человек. В общем, молодцы. Также добавлю про увлажнитель. Здесь посыл такой. Вы игнорируете все свои базовые потребности в определенных чувствах и бежите за внешней радостью, за иллюзиями какими-то внешними, которые могли бы вам доставить тот комфорт, то спокойствие, то состояние, которое бы вы хотели. Это состояние у вас уже внутри, да, которое вы можете воспроизводить, и есть все ресурсы для этого. Но вы это опять обесцениваете и бежите за какими-то внешними радостями заткнуть те дыры, те нехватки чувств, которые у вас уже есть, не давая себе настоящие ресурсы, да, вы ищете искусственные. Для тех, кто выбрал телевизор, но
что здесь могу сказать? Вы ориентируетесь больше на других людей, чем на себя. Вам нужно подтверждение вашей правды извне. Вам обязательно надо с кем-то советоваться. Вам нужно, чтобы вас поддерживали. Вам необходимо еще перекладывать ответственность на других. Обратите внимание на это. Плюсы в том, что вы очень любознательны и черпаете информацию отовсюду. Это хорошая черта, да, но в минусе это тогда, когда вы самостоятельно боитесь принять какие-то решения, и вам обязательно нужна поддержка. Здесь надо вот с собой поработать. Для тех, кто выбрал стул, вы очень гармоничный человек, вы знаете цену отдыха, вы знаете цену работе, и вы все это классно совмещаете. Вы молодцы. Кто выбрал кровать и шкаф, вы очень внимательны, уложились в свою сумму, в свои лимиты. У вас сейчас в жизни практически все гармонично. Вы умеете легко справляться со своими проблемами, и вы легко можете выходить из любых ситуаций победителем. Вы устойчиво стоите сейчас на ногах. Даже если у вас есть какие-то страхи, там проблемы, вы знаете, что это все решаемо. Вы молодцы, я вас поздравляю. Это самое крутое сочетание. Напишите, пожалуйста, под видео, я почитаю в директ, понравился ли вам мой разбор. Что-то срезонировало с вами или нет? Вы должны были заметить о том, что мы с вами многие невнимательные. Наше внимание непонятно куда разбазаривается. И то, куда наше внимание, то мы с вами и творим. Если вы в жизни видите кучу проблем, там нерешаемость какую-то в чем-то, нехватку, это ваше внимание. И я советую вам, для тех, кто еще не ознакомился с книжкой, с упражнениями про внимание, ознакомьтесь, потому что вам это надо в первую очередь сейчас. Я еще продолжить хотела. Кто отказался от главных вещей, типа кровати, типа дивана или стола, и набрал мелочевки, да, те люди больше склонны к тому, что отрицать важные вещи. Обращать внимание на несущественные. Не умеет отделять важное от неважного. И поэтому хаос такой иногда творится в жизни, когда ты просто пытаешься, блин, задачи свои разделить на важные и неважные, и занимаешься просто видимостью какой-то движухи, видимостью, что-то ты делаешь, да, откладывая все важные вещи на потом. Главное видимость создать. Так, мне еще тут вопрос задали. А что, если я выбрал вещей на меньшую сумму, и у меня еще осталось про запас? Больше я не купил. Отвечаю. Вы бережете свои ресурсы, боитесь выкладываться, проявляться максимально, боитесь отдавать и делать здоровый энергообмен, зажимаете, зажимаете. Человек потом, много чего на потом оставляете. То есть у вас же есть ресурсы в руках, да? И вы могли бы эти ресурсы, неважно, ресурсы в чувствах, ресурсы в людях, ресурсы в деньгах, там, в материальном, не в материальном, в ваших проявлениях, в действиях, в делах, в мыслях, ресурсы во всем. Вы зажимаете. Ну, то есть они у вас в руках, но вы не хотите их использовать почему-то. Ну, типа, мне не надо, потом как-нибудь.